Ой, девочки, не поверите. Вареное яйцо ем. Но желтки... Желток не буду. Выбрасываю. Окей. Дам животному своему. Будешь? Анечка. Все, полжелка, не больше ему. Девочки, очень полюбила Роберта сын. Кушает постоянно вот эти бразильские орешки. Я настолько их полюбила, я купила. Но я вам скажу, в 30 граммах ореха, девочки, 20 грамм жира. Это пипец. Один орешек 3 грамма. То есть я могу не больше, если я съем 10 таких орешков, это будет 20 грамм жира. А мне нужно, 55. Я скажу, что я уже утром съела 15 грамм жира. Я хочу сегодня, сейчас помазать себе еще один хлебец вот такой рисовый. Мне просто сейчас только 2 часа дня. Я могу позволить себе после яйца. Вечером сделаю болтушечку. Вот эту расскажу вам. Вот эту БЦАшечкой. Здесь сколько углеводов? Здесь 8 углеводов. Если я кину 9 грамм, 8 углеводов. Нормально. Здесь углеводов. Здесь нет углеводов, девочки. Ну о чем речь? Какие углеводы? Короче, и ягоды. Это будет вечером у меня после джима. Вот. Ой, господи, сварила яйца. Вот у меня, видите, немножко выпало. Здесь немножечко выпал. Был сильно треснутый, да? Вот. Это будет сейчас у меня второй. Мне же нужен белок. И все. Я сильно переживала, девочки, знаете, за что? За то, что я не знаю, какие у меня витамины в норме, какие не в норме. Ну, короче, кто о чем болит? У голодной куми? Что на уме? Ой, на уме. А я вам все про эти витамины и про все, потому что, знаете, как все-таки наш такой возраст интересный. Я думаю, так вот пить витамины, все пьешь, не понимая, для чего, что. Вот, видите, весь желток вышел. Ну, так. Моя сковородка накалилась. Я беру... что я положила в холодильник, а не в морозилку. Так, у меня хумус вчера остался. Сейчас я засыпаю. О, нет, это... А что это? А какой я вчера пользовалась? А, вот этот. Вот, сейчас мне нужно немножечко... Смотрите, какую я удобную купила, чтобы я могла так раз... Чуть-чуть маслица совсем. Я брызгаю, но сейчас я рукой держу камеру просто. И вот смотрите, эта болтушка, про которую я вам всегда говорила, какая прелесть... Я так привыкла. Вот это перекусить, девочки, ни жира, ничего, витамин, микроэлементов. И смотрите, как она быстро готовится. Посмотрите, как она быстро готовится. Это яичница. Это омлетик. Я не знаю, как сказать. Это болтушечка, как она быстро готовится. Ну, сейчас не буду мешать. Это когда я хочу быстро перекус, девочки. Сейчас поставлю себе чайчик. Ой, цепляется моя. Все. Вот тебе и красота. Мне так нравится это. Ну, я помню, я любила яичный порошок такого плана, да. Но это уже такая. Все, я выключаю, девочки. И все. Сейчас на тарелочку. И с хумусом у меня немножко остался. Сильно не увлекайтесь хумусом, он жирный. И углеводов много. Все. Вот так. Здесь чуть-чуть осталось. Все. Вот мой хумус. Сейчас возьму один хлебец.
покажу какой. Сейчас, девочки, это у меня еще омега. Нужно омегу мне попить. Начать пить. Потому что там мне написано, было витаминок, омегу надо попить. Витамин D мне надо, в смысле, солнце побольше, даже бы побольше. Вот. И хумус намазываю. Что у меня еще есть? У меня есть, конечно, гвакамоле, но мне нужно доесть... Сейчас, мне нужно доесть авокадо. Все, вот у меня авокадо вот в такой. Половиночку я отрезала, половиночка есть. Все, мои девчульки, до стрима, до встречи.